сюда попал? Ломбоксы... Ну, доктор Нефариус украл... Доктор? Нефариус из другого измерения. Да, и он занял место вашего императора. Все хуже, чем я думала. Кланком вместе прибыли в это измерение? Да, но он путешествует кое с кем другим. С новым лучшим другом? Надеюсь, нет. Я не говорю, что тебе нашли замену. Ну, да. Могу я дать тебе совет, основанный на моих наблюдениях? Ага, валяй. Даже если Кланг станет лучшим другом кому-то еще, твоим лучшим другом он останется. Дружбу не нужно резать на кусочки, как перо. Ее хватит на всех. Понятно, почему Гэри взял тебя в ученицы. Ты мудрая. Спасибо. В общем, я мозговал это за обедом. Может, все-таки возможно. Нужен только измеренитель, Кейден одолжил. Год и 3 недели сроку, совет дал добро. А еще забыть про сон. Завтра приступаю. Сегодня утром была странная встреча. Зашел Кейден. Совету понравилась моя работа на Савале, и теперь они хотят, чтобы я продолжил. Составил карту всех измерений. Вообще всех! Да, не уверен, что это возможно.
бы это невозможно. Вроде бы это все, но было весело. Насколько это слово употребимо, когда измерения рушатся.
Мое первое измерение на карте. Все довольно стандартно, только цвета были такие яркие. Там были существа, одно даже походило на ломбокса. Только уши поменьше, еще маска и трость, и... По-моему, оно совершало ограбление. В общем, выглядело здорово. Дремучего леса. Император не проявляет к ним никакого уважения. Надо его проучить! Представляешь, какая это честь вымещать гнев императора? Сперва на тебе, а затем на монаха. Включаю луч! Освободить своих братьев. Не бойтесь, я вас вытащу.
И здесь монахи угодили под поле. Система довольно старая и путанная. Чтобы отключить поле, придется повозиться. Работай спокойно. С ними я разберусь. Я поспешу. Солдат! Идут от главного входа! Я разберусь! KT-7461! Вроде бы... Да! Пусть будет да! К нам прибыли новые друзья! Рэчет, полдела сделано! Будем бить и брать плит! Да уж! Император нас балует! Рэчет, осталось чуть-чуть! Ты справишься, Рэчет? Конечно! Я жду, когда станет посложнее! Не надо... Ну, убери! Так и прут! Я поспешу. Солдаты идут от главного входа. Я разберусь. Тебе точно понравится. Я вижу. Значит, помоги. Спасибо, что прикрыл. У тебя все нормально, KT-7461! Вроде бы... Да! Пусть будет да! К нам прибыли новые друзья! Рэчет, полдела сделано. Будем бить и брать пленников. Осталось чуть-чуть. Ты справишься? Конечно! Когда станет посложнее. Не надо посложнее. Это тебе дорого, мой счет. Солдаты
Ребята идут от главного входа! Я разберусь! Солдаты идут от главного входа! Я разберусь! Силовое поле отключено. Вы спасли нас, сестра и Рэтчет. Спасибо. Остался всего один храм.
Еще один храм. Всего один. Мы найдем их. Обещаю. Я говорю, не стоит придумывать мне прозвище. Или дружить со мной. Мне кажется, ты слишком строга к себе. Откуда тебе знать? Мы только познакомились. Но Гэри тебе верит. Монахи тебя любят. Может, зря ты поставила крест на дружбе? Я подумаю. Так, к слову о лучших друзьях. У тебя-то есть? Друг? Нет. Никогда не было. А как же Гэри? Он мне скорее как старший брат, чем друг. Давай так. Теперь я твой друг, а до лучшего дорасту потом. Это не очень хорошая идея. Тебе не стоит дружить со мной. Никому не стоит. Почему? Потому что от меня одни беды. В каком смысле? Ты же помогаешь. Видимость обманчива. Второе измерение не такое цветастое, как первое, зато существа диковинные.
Тела у них из каких-то реликтов, но они могли раскалываться на части и при этом не погибали. То еще зрелище. Эх, надо было просить больше времени. Так хочется узнать истории всех этих измерений. А, вон один из старших архивариусов. О, не может быть! Брат Ломбакс? Ты же знаешь, что мы не родня, да? Ну как же, нас связывает жажда знаний. Зацени! Этот алтарь когда-то воздвигли Ломбаксы, и в нем спрятана ласфера с древней информацией. Но свои тайны он откроет только Ломбаксу. Принесешь 3 ласферы, я подарю тебе шикарную броню, которую я откопал. Алтарь Ломбаксов? Конечно, согласен. Ништяк! И вот еще что. Алтарь не откроется, если рядом бродят страшилы. Так что сначала надо будет их прогнать. Погоди. Кстати, если принесешь еще 4 ласферы, я выдам тебе нагрудник из этого же комплекта. Я отметил тебе на карте остальные храмы. Удачи, брат! Загорелся этим нагрудником. Да он... Не ценят щиты, а зря. С помощью пустотного репульсора можно... Щиты — это скучно. Такова правда жизни. Но что, если научить щит отстреливаться, да? Да? Клёво же, правда? Знакомьтесь, пустотный репульсор. Нажав на спусковой крючок наполовину, вы выставите щит. А если нажать до конца, тот выпустит гроздь зарядов малой дальности с классным разбросом. Класс! Но... И если повысить уровень оружия, ты сможешь докупить апгрейд. Слушай, а что в нем, в этом архиве? Знания из нашей галактики и других. Все, начиная с теории о множественных измерениях и заканчивая инструкциями по уходу за усами. Усами? Правда? Всякое знание стоит сохранить. Теперь ты сможешь так жахнуть! Давай, улучшай! Этот апгрейд тебе понравится. Рада была помочь. Уже архив, дай нам подняться. Обещаю, как только вызволим братьев, до архива мы доберемся в 2 счета.
было бы намного проще, если бы этот архив просто взял да прилег. Хорошо бы. Но, к сожалению, он полагает, что ему грозит опасность. Не без оснований. Еще акулы! Может, это глупый вопрос, но для чего архиву ноги? Для самозащиты. Да, предусмотрительно. Обороны планеты. Но солдаты Нефариуса обратили их против монахов. Не волнуйся, мы им поможем. Посмотрим, что они нашли. О, до Лосферы не добраться, пока тут эти злыдни! Ты добыл Лосферу? Класс! Теперь ты сможешь послушать, что на ней записано. Третье измерение состояло из кубов. Очень умных кубов. Не знаю, что еще сказать, разве что... Я не буду делать отчет о каждом измерении, потому что осталось чуть меньше бесконечности, и пока я описываю одно, можно осмотреть 32 новых. Все, пока. Ты тоже носишь на спине? Иногда. Как ощущения, кстати? Ну, бодренько.
уже много читала. Где-нибудь упоминались такие штуки с измерениями? Дядюшки Гарри любили подшучивать друг над другом сквозь измерения. Но нет, такого еще не было. Дело спорится. Плохая, видимо, недостаточно быстро, потому что Кейден сказал, надо быстрее. Почему не объяснил, но голос был напряженный, так что я не спросил. Быстрее, как будто это так просто. Хорошо, что я перестал писать отчеты. Стоп, а сейчас я что делаю? О, всегда было любопытно, какие секреты в них таятся. Я слишком много времени проводила в архиве, и я не знала, что ткань реальности так истончилась. Да, это жутко. Но когда будем чертежи измеренителя, сделаем все, как было. Нужно спасти остальных. Обязательно. Пока тебя не заметили, подумай, с какой стороны лучше атаковать. Завязать с отчетами, но время от времени удается урвать минутку. Потому что я гений. Измерение 31Х7. Не сильно отличается от нашего, но там были такие существа. Один палил из бластера и постоянно крутился волчком, а второй сидел у него на плече и комментировал происходящее. Так хотелось с ними пообщаться. Отлично, брат Ломбакс. Я пошел за нагрудником. Ты только принеси ласферы, и броня твоя. Yeah.
что тебе нравятся источники, но может... Да, да, прости. Ломбок снова отличился. Вот тебе кайфовый нагрудник в придачу к шикарной броне для ног. Не хватает только адекватного шлема. Принесешь оставшиеся ласферы? Вообще есть куда положить эти ласферы. Вроде... Да! Хотя... Да. О, добро пожаловать к мисс Зуркон. Это стоящая Держать, чувак! Шлем, считай, уже на тебе!